станция Рокоссовского, город Кяхта, самый центр города. Стоят Mercedes, Toyota и баннер маршалу Победы. Попробуем прочитать, что там написано. Так, никто не забыт, ничто не забыто. По-моему, дважды герой Советского Союза. И хрен прочитаешь. Это как это так-то? Не стыдно Степанову, Баятуеву, Церемпилову, депутату Курала, Баятуеву, главе района, главе города Кяхта Степанову? Где вот написано? Или что это? Если мы так относимся, это видят дети, это видят военнослужащие. Неужто патриотизм только у Путина по телевизору, а на местах хрен поймешь что, извините.